Я очень далек от криптовалют, биткоинов, блокчейн, технологий, децентрализации. Для меня это как интернет 2000-е года. Но за последний год я за эти биткоины столько наслышался новостей, что непременно стало интересно. Все знают, что стоимость биткоина то растет на несколько тысяч долларов в день, то падает, и кто-то да и зарабатывает на этом неплохие деньги. Если вы не хотите во всем разбираться, в принципе, как и я, то могу вам порекомендовать команду Start.com. Она позволяет зарабатывать на современных технологиях, не переводя деньги в саму криптовалюту. Вся подробная информация на сайте, ссылочку я оставил в описании. Roma.
чел ездил, значит, я тебе тут купил кое-что. А ты потом откроешь, я сейчас это, можешь угадать, с каким вкусом бурито. Нет, потом, я хочу, чтобы это в ролике. Да? Да, я хочу, чтобы это в ролике было. В каком ролике? Я, понимаете, я с корабля на бал сразу, я не успела сойти, меня уже снимают. Ну, надо контент делать, согласитесь. Мне уже что-то дают распаковывать, бать. Да. Распаковываем посылки из Мексики. Да. Подарки. Распаковка подарок. Стой, какой объектив широкий. Класс. Да. Сейчас ты еще шире. Ну все, я думаю, с почином, Ксюш. Пока. Покасики. Ждите ролик. У вас сейчас ночь, поэтому днем или к вечеру будет. А я сейчас буду снимать, наверное. Мне надо снять кое-что. Я снял по текущей ситуации, по последствиям ролика, который был снят, что произошло. Вот. Вы где, алло? Ну, давай ты попробуешь угадать, где мы. Челябинск, да, по-моему? Иркутск? Не вижу тюленей. А, у вас. Ты же не из Иркутска. Ну, ты тоже из Дальнего Востока, да? Кто там? Из Ноябрьска. Не Сентябрьск? Сентябрьск. Ага. Чечня, да, правильно, мы находимся в Чечне. Согласен. Про что ролик? Да про разные. В Питере холодно, да? Да? Ну сколько? Ну, прям вообще холодно. Очень холодно. Там футболку под рубашку надевают? Да? Тоже, да. Тоже? Архангельск на связи, да, правильно, мы в Северодвинске едем в Архангельск. Что за пробки? Ну слушай, 25 миллионов человек, мы сейчас попали в этот... Ну да, да. Да хватит. Ну здесь трафик такой, как в Москве, я скажу, в пике. Сейчас пик, он вот только начинается. Гоу-порно. Раздевайся. Знаешь, на всех языках это слово так... Ой, звучит. Ну и что? Хватит. Ладно, господа, все. Ксюша приехала, я вам показал, что она доехала жива-здорова. Кому ты показал, кому-то её интересно. Не высадили? Я думаю, всем интересно. Нет. Да. Нет. Первый снег сегодня выпал в Польше. Ага, и вот такое бывает. Над.